Вот недавно мы тут разорялись, что в Гуанчжоу позорная Икея маленькая. Вот открыли в нашей деревне, скажем, вот этот вот второй этаж полностью ресторан сделали Икея. Через что нам стоило пройти, я даже не буду говорить, это ужас. Все большое, масштабное. Сейчас посмотрим, что там в кафе есть. Будет ли такой выбор, как на севере Китая, может быть, еще лучше. А может быть и хуже. Но это для Китая ничего, особенно для выходных это еще мало людей. Ладно, пойдем посмотрим. А еще вместо вот таких старых полок сейчас в Икее сделали вот такую приколюху. Вот девочка положила грязную посудку, и она поехала. Может быть, конечно, это только я дикая, в Москве недавно существует, но я такого не видела в Китае. Да, пожалуйста, Славик, ставьте. Спасибо, все поставим. Все, едь, мойся. До свидания.